果给了宋定心丸，俄方终于放心了，普京真正的敌人浮出水面。Number one，俄罗斯终于放心了，普京真正的敌人浮出水面，又一国给俄送定心丸，俄乌战事愈演愈烈，普京这次事件在弦上，没有回头路，最终的结果很可能只有乌克兰同意俄罗斯的条件，放弃加入北约，普京才可能会撤兵，而西方以美国为首的国家起初更是步调一致，对俄罗斯是发起了最为严厉的制裁，他们纷纷指责这头暴怒的棕熊，在国际上频频营造这样一种舆论，谁表态晚了谁就是不合群，就这样在他们蛮力又半胁迫之下，亚洲的日本、韩国甚至中国的台湾地区都参与到了他们的舆论狂欢当中，这些西方国家拉帮结派，全然不顾世界各国的立场和情绪，在国际舞台上搬弄是非。目前在去反俄的阵营里也就30几个国家，国际上绝大多数的国家还是比较反感他们的举动，还保持着理性态度，甚至还有一个前殖民地国家直接勇敢地站了出来，那就是巴铁好兄弟巴基斯坦。据国内媒体报道，近日包括英国、日本、澳大利亚等22个国家在内的外交使团负责人联名致信巴基斯坦，要求其对俄在乌克兰发起的特别军事行动进行谴责。但据外媒报道，巴基斯坦的做法显然令他们不满意。日前，在联合国表决一项谴责俄罗斯的决议上，巴基斯坦投下了弃权票。也正因为如此，他们才要进一步的让巴基斯坦赶快选边站队。面对反俄俱乐部的咄咄逼人，巴基斯坦总理终于是忍无可忍，他质问道。是不是还觉得巴基斯坦是属于他们的奴隶？如今，越来越多像巴基斯坦这样的国家涌现出来，在联合国上为俄罗斯发声，这也更有利于俄罗斯占据舆论高地。毫不夸张地说，在美西方拉拢世界各国不断围堵俄罗斯，利用舆论优势攻击俄罗斯的当下，巴基斯坦能够在当着全世界的面发出不同的声音，力挺俄罗斯怒对美西方的行为，无疑是给俄罗斯送上定心丸，让普京彻底放心。根据最新的消息称，俄乌的第4次谈判破裂，双方就停火的问题并未达成协议。俄罗斯学者认为，当前双方谈判停战的几率不大，只要乌克兰还抱有希望加入北约，俄罗斯就不会退兵。现在谈判的重点不是撤军，而是撤离平民。双方唯一有望达成共识的事情，就是减少平民伤亡。谈判进行到至今已经进行4轮，虽然乌克兰一心想要勾搭北约，但是到现在，北约没有提供什么实质性的帮助，顶多就是为乌克兰提供一些武器装备，而美国也是打嘴炮式的毫无作为，让乌克兰一个人当炮灰。其实开火的第一天，明眼人就能看出来，俄罗斯的敌人并非乌克兰，而是其背后的西方势力。那么再联想到北约和美国的做法，其实也可以理解，毕竟谁也不想跟俄罗斯正面刚，况且若他们出兵的话，很有可能把战火燃到整个全世界，这是谁也不愿意看到的。对于目前来说，普京最需要解决的问题是来自以美国为首的西方国家的制裁。所以说，乌克兰非俄乌冲突真正的主战场，目前主战场已经成为了战后的国际格局的变化，这才是真正需要关注的地方。好了 ，Number 二，普京все 100% прав， все 100% прав， и правильно он сделал， он правильно решил。Он долго терпел, он очень много терпел. Так как это сделали вы сегодня. Многомиллионную аудиторию, в общем, не так просто. Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному. Но вот я уже публично как-то воспроизводил эту ситуацию. Мне, честно говоря, даже сложно сейчас об этом говорить, но тем не менее. Это было в начале 2000-х годов. Я много передвигался, много ездил. Страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно. Это было, по-моему, осенью. Слякоть, грязь. И куда-то я перебирался, шел там по этой слякоти к машине. И вдруг появилась женщина, ну, такого же преклонного возраста. Что-то невнятно сказала, и вдруг упала на колени.
отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. Ее потеряли. Никогда это. And now future is you. Уверен, что уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. I'm sure that leaving the Russian Federation, you will leave a part of your heart here. Но Россия всегда останется в вашем сердце. But Russia will always stay in your hearts. Мы верим в вас. We believe in you. Future starts here and now. Future is you. All the best, dear friends. All the best. Thank you. Number one. Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с тремя оливками, с 13 оливками. Вопрос. And here goes the question. Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы. Looks like your eagle has eaten all the olives and what is left only the arrows. Number two. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, в феврале 2000 года вообще огромное вам спасибо. Как успели так быстро приехать? Так быстро, да. Уже, мы уже прописали даже. Уже прописали, да. Дом хороший, да? Дом хороший, нам очень нравится. Чё, нравится вам дом? Да, очень. Новый месяц. Я сам по общему месту с Олегом Владимировичем по вашему поручению переговорил. Сама выбирала дом. На вторичном рынке. Да. Хватает места? Хватает. Уже вообще просто замечательно. Папа на работе сейчас? Папа на работе у нас до понедельника, сейчас дорабатывает и переводится на железную дорогу. Сюда? Уже, да, в Екатеринбург. Как у вас ваши основные вопросы решены? Выплаты там, компенсации. У нас уже поддерживается. Дом дали нам. Друзья, мы уже оформили дом. Ну что? Есть какие-то станционные? Да. Станционные. Другой станционный. А есть какие-то нерешенные вопросы? Вот у вас вот в этом. Чоп, на хабум. Повар. ก็มีนายกไม่กี่ประเทศครับที่แบบกล้าต่อกรกับอเมริกาผมชอบนะครับดูเขาแบบว่าเป็นคนแบบมานิ่งๆดูเนี้ยแต่เรื่องแบบภายในประเทศผมว่าเขาจัดการได้ดีผมว่าเขาก็เป็นคนแบบเด็ดขาดครับเขาคือเขาทำเพื่อประเทศของเขาอ่ะคือเขากล้าต่อกรกับประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยเหมือนแบบอารมณ์ผมมองเขาเหมือนแบบนักเลงอ่ะพูดจริงทำจริงอะไรเงี้ยไม่ได้มาเล่นๆใช่ป่ะใช่ใช่ผมชอบนะแกดูแบบเด็ดขาดดีดูเด็ดขาดดูเด็ดขาดดูแล้วดูแบบว่าไปอ่านตามใน Google หรือ Facebook อะไรเงี้ยคือแกแบบว่าดูเป็นคนที่มีพลังอ่ะเป็นคนที่มีพลังแล้วเป็นคนที่เด็ดขาดดูน่ากลัวไหมพี่เราน่ากลัวไหมคือว่าแกดูน่าเกรงขามมากกว่าก็เหมือนกันนะคะเขาแลแบบดุเดียค่ะเขาแลแบบอะไรแบบมั่นคงอะค่ะอะไรแบบเขาเรียกว่าไงอะไรแบบเด็ดขาดหน้าเกรงขาวอะไรอะค่ะชอบครับชอบความที่เขาเป็นคนพูดแล้วเขาสามารถทำได้อย่างที่พูดเนาะเป็นคนทำตามที่ตัวเองพูดก็เป็นคนเด็ดขาดเป็นคนที่มีมุมมองค่อนข้างดีแต่ว่าบางครั้งในบางมุมมองก็บ้าอำนาจไปนิดนึงผมก็ชอบนะผมว่าเขาดูเท่ดีอะ
แบบผมทรงเดียวนะผมว่าบางมุมเขาก็ดูแบบเผด็จการไปอ่ะแต่ว่าก็คิดว่าเขาอาจจะทำ2018年普京在一所公立医院进行考察，在要离开时听工作人员说医院中有一位小男孩昨日刚做完换肾手术，普京得知后临时决定去探望这个孩子，于是有了影片下面这段普京和这位小男孩的对话。Угу. Какие планы у тебя? Я сегодня пойду в палату. Отлично. А когда ты здесь находишься? Ты мой хороший. Три глаза. Ну все, тебе нравится? Мне нравится торговать. В этом болоте больно делать. Ну здесь видишь, сколько всякого оборудования, как интересно. Ну, полечиться, дорогой мой. Надо что, чтобы выздороветь, надо... Надо немножко потерпеть, мой хороший. Да, чтобы ты поправился. И потом к этому, чтобы не возвращаться больше никогда. Да? Ты готов к этому? Ну и слава богу. Ну, хорошо. Мы на диализе с января месяца. Каждую ночь проводился рабочий диализ. И сейчас, наконец, наш геройский папа, который дал свою почку своему сыну, уже все помогает. Сегодня будет тихонечко передвигаться уже в общую палату. Чтобы все были здоровы и счастливы. Хочу пожелать. Немножко потерпи еще. Ладно? Хорошо. Ну, нормально. Там будет не хуже. Немножко потерпишь, и потом поправишься, и все. И будешь бегать. Там телевизор. Ладно? Телевизор? Мультики будешь смотреть. Ты любишь мультики? Да? А книжки любишь? Какие ты любишь мультики? Что будешь любить? Журналы любишь смотреть? А, какие? Ну, всякие. Ёжик, есть такой журнал. А мультики не смотришь? Смотрю. Какие? Мультик, смешарики. Ну вот, там телевизор есть, так что можешь посмотреть мультики, смешарики. Да? Сколько здесь еще? В анимации будет еще один день сегодня. А потом, ну, еще несколько дней в отеле. Ну, потерпи немножко, скоро домой поедешь. У него уже было. Полечу. Самолет. Ну, хорошо. Я живу в Челябинске. Ну, хороший. Далеко отсюда. Далеко. Хороший город, большой. Ну, ты школу не дойдешь. Это точно. Да и не надо. Не дойдешь, а упадешь. Да, самолет, да, довезем, нормально. Самолеты быстрее. Да. Ну, давай, хорошо, поправляйся. Давай, давай, очко. До свидания. Все хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Все хорошо, мы с вами. До свидания. Здорово. До свидания. Здорово. До свидания. Можно вам? Да, можно. Все хорошо. Я желаю тебе все самое. А вот тебе, мама? Нет. Папа есть. Папа, мама, целую. Все хорошо. До свидания. До свидания. До свидания.